девочкам пламенный приветик. Девочки, я надеюсь, что у вас все хорошо и прекрасно. Сегодня вот решила снять видео, у меня есть время, о покупках в Кико. Вы знаете, спешу снять, потому что пока еще светло, пока солнышко светит, да. Я, в принципе, наверное, поэтому и не снимала так долго видео, потому что, знаете, у нас такая зима была, да, очень серая, такая пасмурная. Очень рано темнело, поэтому снимать видео было просто невозможно. Я пыталась несколько раз, но, короче говоря, железы тумбы. Вот, и в Кико я купила, в принципе, достаточно продуктов, да, кое-что было, конечно же, со скидками, с какими-то выгодными предложениями. Вот, и еще раз повторюсь, да, что я очень рада, что у нас открылась эта марка, да, то есть этот бутик. В городе, конечно, уже много продуктов стали моими бессменными фаворитами, да, я их вам уже показывала много раз. Ну, я вам сейчас все повторю, то, что нужно, и покажу. Вот, начну с того, что вот такой вот огромный пакет, да, покупки были совершены в разное время, поэтому буду начинать, наверное, так вот, в беспорядке, да. Первое, что хочу вам показать, девчонки, купила я вот такую кисть, это была лимитированная какая-то коллекция у них. Вот, со скидкой купила, это кисть для пудры, по-моему, да, для пудры, вот, очень такое красивое оформление, тоже пока все новое, девочки, ничем не пользовалась, ждала момента, чтобы вам сначала показать все, потом начать пользоваться. Вот такая, видите, красивая кисточка, вот такой красивый орнамент, такие цветочки, да, на черном фоне, и видите, она как бы с протекцией. То, что очень выгодно, и сама кисточка выглядит вот так. Но я ее, в принципе, купила, знаете, либо для пудры, вот, ну, также можно наносить и бронзер, да, либо в конце проходить по лицу, вот, даже теми же метеоритами, да, вот, чтобы сгладить все продукты. Вот такая вот кисточка Кико. У них очень красивое оформление, конечно, и кисти у них такие, знаете, ну, по крайней мере, на стенде, да, видно, что очень качественные, вот, ну, дороговатые. Я пока кисти у них не брала, тут я взяла вот, наверное, первую кисть со скидкой, да, но это лимитка. Далее, девочки, я взяла у них на пробу пудру компактную. До этого я вам показывала тональную основу в виде пудры, да, кстати, очень хорошая вещь. А это уже просто пудра компактная, квит, называется квит, то есть как она... варено или сварено, да, переводится. Вот, девочки, хочу повториться, что все произведено в Италии. Вот, и, конечно же, качество и цена, ну, просто, ну, супер, супер. И оформление у них такие красивые. Значит, здесь 10 грамм называется Nagadian Fusion. Вот, черная такая сдержанная обычная коробочка, номер один. Вот, и сейчас вам покажу. Вот такой вот у нее футляр, да? Если вам видно, ну, в номере первом у меня, как я сказала уже, да, открываем. Здесь, видите, такое зеркало достаточно большое, вот, и сама пудра. Но можно наблюдать сразу, да, что оттеночек такой натуральный, светлый, как мне нужно. Вот, единственное то, что здесь нету губочки, вот, спонжика здесь нет. Вот другой пудры у меня, да, в тональной основе, компактной виде пудры, там есть губка. Но, в принципе, меня это не беспокоит, я все равно наношу пудру кистью. Вот. Ну, очень красивый натуральный оттенок, да, попробую сделать сводч. Видите, вот такой вот сводч у нее. Я пока еще не пробовала, девочки, поэтому попробую и обязательно вам потом, конечно же, расскажу. Конечно, суперское оформление у них всегда такое красивое. Вот, тоже покупала со скидкой, по-моему, минус 30%. А кисточка, по-моему, была минус 50%. Далее, девочки, вы знаете, взяла у них на пробу их хайлайтер. Давно хотела его попробовать. Вот, и также, по-моему, купила со скидкой минус 30%. Называется Glow Fusion, тоже в номере первом. По-моему, у них в двух оттенках. Вот здесь, по-моему, 5 грамм, да. Подобная такая же коробочка черная. И оформление, в принципе, такое же, да, если вам видно. Открываем. Ой, упала у меня защитная пленочка. Вот такое зеркальце. И сам хайлайтер выглядит вот так. Смотрите. Я тестила его в магазине, пока на себе еще не пробовала. Вот, ну, вы можете посмотреть, да, какой у него красивый оттенок. Я надеюсь, что камера передает. Постараюсь сделать сводч. Боже, у него такой, девочки... приятный мелкий помол, посмотрите, вот такой вот у него оттенок, да,
Стараюсь нанести немножко, не знаю, если вам видно, да. Очень такой деликатный хайлайтер. Я думаю, что на каждый день, да, он просто подойдет супер. Вот. Но я взяла светлом оттенки на каждый день. И там, по-моему, есть оттеночек чуть-чуть потемнее, такой как бы медиум. Вот. И такая защитная пленочка. И закрываем. Вот такой вот хайлайтер от Kiko. Следующее. Вы знаете, я, девочки, повторила у них два продукта, которые стали моими бессменными фаворитами. Эти продукты сейчас на мне. Это маскара для бровей с оттенком и тушь для ресниц. Кстати, также у меня тени на глазах от Kiko. И сейчас я вам их покажу. Значит, первая, девочки, тушь для ресниц. Я вам уже ее показывала. Я уже ее покупаю, наверное, раз третий или второй, если точно не ошибаюсь. Вот, называется эта серия Long Eyes Plus Active Mascara. Здесь 7,5 грамм. Вот такое вот тоже оформление, да. Это черная тушь, которая придает вашим глазам и длину, и объем, но больше она дает длину. И она также с активными питательными веществами, которые ухаживают за вашими ресницами. Эта тушь сейчас на мне. Она мне очень нравится, девочки. Знаете, мне нравится ее нанесение, мне нравится, как она смотрится на ресницах. Очень так, знаете, не громоздко, она не делает паутинных лапок, да, каких-то, ни комков. Ну, супер, просто супер. Вот такое вот у нее оформление, сейчас вам покажу. И я уже вовсю, девочки, ей пользуюсь, так что, извиняйте, покажу вам кисточку. Вот такая вот у нее кисточка, очень удобная. Мне нравится размер кисточки и то, что она не слишком толстая. Вот, тушь просто супер. Я вам всем советую от души, если будете в Kiko, смело покупайте ее. Она действительно удлиняет ресницы, да, и она их разделяет. Очень красиво смотрится на глазах, поэтому это мой бессменный фаворит уже. Дальше. И вы знаете, маскара для бровей. Ну, это вообще просто, я не знаю, это, наверное, бестселлер у Kiko, потому что сейчас у них в магазине полностью руптюр, то есть нету больше этого номера. Номер один, который на мне сейчас, да, который дает очень-очень натуральный эффект. Их все разобрали. Есть другие номера, но номер один нет. Значит, маскара для бровей. Тоже я вам показывала несколько раз. Я уже покупаю нам тоже, ну, раз, наверное, не знаю, четвертый, наверное, если я не ошибаюсь, да. Она также сейчас у меня на бровях. Очень такой дает натуральный эффект. У меня в самом светлом оттеночке номер один. Вот, вы знаете, я беру его, потому что он очень-очень натурально смотрится на бровях. Здесь 5 мл. Сейчас на данный момент такой же тушью для бровей пользуюсь, да. Вот так она выглядит, сейчас покажу вам. Вот, и в принципе оттеночек вы можете наблюдать по крышечке. Ну, отличная вещь, просто отличная. Открываем, и здесь вот такая вот кисточка. Ну, вы можете наблюдать, да, сам оттеночек. Вот, очень такой натуральный, светлый, вот, и мне нравится сам размер кисточки. И вы знаете, очень хорошо пользоваться, очень хорошо накладывается, хорошо прокрашивает, да, ну, просто супер. Поэтому тоже от души могу вам посоветовать этот продукт, если у вас поблизости есть Kiko, или если вы поедете, где будет магазин Kiko, смело берите, не ошибетесь. Он существует, этот продукт, в нескольких оттенках, да, то есть и для брюнета конкретно, и для шатенок, и для блондинок. Далее, девочки, взяла на пробу три контура для губ. Эти контуры, девочки, я беру в первый раз. До этого я вам показывала другие контуры, да, но эти тоже были со скидкой, поэтому я решила их приобрести. Значит, первый контур для губ у меня в номере 314. Вот здесь 1,20 грамм, вот такая черная коробочка, вот, и сейчас покажу, как он выглядит. Ну, отличный оттенок, он выглядит вот так, оттеночек, в принципе, можно наблюдать по крышечке, да. Вот что мне нравится в их контурах, они очень мягкие, девочки, они очень хорошо прокрашивают губы, вот, не оставляя при этом никаких следов, да, они не растекаются, не размазываются. Но вот эти я первый раз беру, так что я их, конечно же, попробую, и потом, если что, вам расскажу. Номер 314. Контур для губ у меня кончаются быстро, потому что я каждый божий день крашу губы, да, и помады я наношу всегда с контуром для губ, чтобы подчеркивать форму губ.
Так, и два вот таких контура. Это какая-то серия тоже у них. Вот. Значит, первый у меня в номере 2. Открываем. Кстати, я таких два купила. Один у меня в сумке уже лежит. Вот. Вот такое вот у него оформление. Но тоже оттеночек, да, можно наблюдать такой достаточно приятный оттенок. Он похож на первый оттеночек, девочки. Но я взяла, знаете, впрок, в принципе, со скидкой. Почему бы и нет, да? Тем более, такой продукт, который я использую каждый день. Так, и второй оттенок у меня номер 3. Ну, это уже такой, знаете, красный, более такой яркий, да, под яркие помады. Вот, сейчас вам покажу. Вот, он выглядит вот так. Кстати, очень мягкие, они очень хорошо наносятся. Вот, такой вот оттеночек. Далее, девочки, помады набрала я, видите? Помады тоже, это такой продукт у меня, да, который очень быстро заканчивается, который я просто обожаю, да, без помад жить не могу. Люблю подчеркивать губы, да. И сейчас вам покажу помады, которые я приобрела. Три помады из серии Glossy Dream. Значит, они по 3,5 грамм. Первая помадка у меня в номере 204. Вот. Открываем. У них очень красивые футляры. У меня есть такие уже помады из этой серии. Вот. Ну, мне понравился оттенок, да, и, в принципе, они были со скидкой. Видите, какой красивый оттенок, девочки. Я его приобрела на каждый день, да. Такой он более такой спокойный. Вот. У них очень красивое оформление. Есть такой вот оттиск, кака. Вот. И попробую сделать сводч. Ну, красивый оттенок. На каждый день. Просто супер. С контуром для губ. У них такая текстура, знаете, кремовая жирная текстура. Они, видите, как делаются? Вот так вот нажимаете. И все. Дальше. Вторая помада в номере 206. Это же серия. Вот. Красивый, да, футляр? Вот все-таки я смотрю, у Кикова, конечно же, и цена, и качество, и оформление просто супер. А вот эта помада, не помню, мне кажется, я такую помаду уже покупала, хотя могу ошибаться, вот такой вот у нее оттеночек, более уже поярче, вот. И следующая помадка у меня в номере 207, она, по-моему, красная, я уже не помню, девчонки, купила давно, они у меня так и лежали в пакете. Я даже их, знаете, не, как бы сказать, не открывала. Да, она красная. Вот такой вот у нее красный оттенок. Яркий. И сделаю сейчас swatch. Вот, вот такие три разных оттеночка. Ну, текстуру можете наблюдать. Так, и остаются две помады из другой серии. Эта серия называется Smart. Вот такие помадки. Вот, здесь по 3 грамма. Первая у меня в номере 416. Эти я купила более недавно. Вот такое вот у них оформление. У меня же есть такие помады в розовом, ну, в таком оттенке красивом. Я показывала вам. Вот, сейчас вам покажу. У нее очень красивый цвет, посмотрите. Такой вот какой-то вишневый, да, оттенок. Она очень красиво смотрится, я ее тестила. Вот, сейчас постараюсь вам ее показать. И вот такой вот у нее swatch. Текстура очень красивая, знаете, такая жирная, увлажняющая текстура, приятно наносится. Так, дальше, и вторая помадка у меня в номере, сейчас вам покажу, в номере 429 из этой же серии. И вот такой у нее красивый оттенок, посмотрите, просто прелесть. Ну, оттенки такие, ну, шикарные просто, ну, вот, не знаю, роскошные оттенки, можно сказать даже, да? Так, куда сделать? На пальчик сделаю. Вот. Очень красивый цвет, посмотрите. Вот. Оттенки такие красивые, глубокие такие, да? Очень-очень нравится. Далее, девочки, приобрела у них тенюшку одну. Вот, это у них была лимитированная коллекция рождественская. Называлась она Arctic Holiday. Вот, в номере первом. Называется она Frozen Golden, как-то так. Вот, 2,5 грамма, да. Видите, как красивая коробочка. У них вот эта вся косметика, да, вот эта коллекция просто-просто шикарная. Так, и сейчас вам покажу тенюшку саму. Вообще, я, конечно, пользуюсь одними тенюшками всегда.
Вот, потому что я не делаю макияжи сложные, да, я делаю одну тень на глаза и все. Вот, вот так вот она выглядит, посмотрите. В таком золотистом оттеночке, да, но у нее очень красивый сам оттенок, да, и сама текстура. Сейчас покажу вам, попробую сделать сводч. Смотрите, какие красивые. Они такие вот прям какие-то сверкающие, переливающиеся. Вот, они очень красиво смотрятся на глазах. Я видела на девочках, да, вот консультантах. Смотрите, вот я сделала сводч. Очень такие деликатные, да? Ну, оформление, конечно, очень красивое. Действительно, Арктик. Такое вот, какое-то свечение дают они. Вот. Там другие были оттенки потемнее, но я темными оттенками не пользуюсь. Такое оформление. И также, девочки, из этой же серии, да, лимитированная коллекция Arctic Gold, я взяла вот такой красивый набор с румянами, и к ним же идет кисточка. Ну, вот, ну вот разве не красиво? Посмотрите, какая красота, какое оформление. Ну, просто супер. Это тоже рождественская коллекция. Я взяла в номере один. Называются они Arctic Peach. Вот, здесь сколько грамм, не вижу, если честно. 10 грамм, да, 10 грамм. Вот такая вот коробочка, да, эти купила тоже недавно. Вот, сейчас вам покажу само оформление, да. Вот. Вот такой красивый футляр и кисточка. А румяна классно, я их пробовала уже в магазине, наносила на себя. Вот такие очень красивые. Посмотрите, зеркало, да, идет тоже. И сами румяшки. Вот они такие действительно какие-то персиковые, знаете, очень красивый такой оттеночек у них. Очень такой деликатный, очень нежный, посмотрите. Просто супер. Я осталась очень-очень довольна ими, да, и надеюсь, что, ну, скоро, наверное, сделаю макияж. Вот, ну, очень красивый оттеночек. И они такие, знаете, при нанесении они настолько приятные, да, они настолько такого мелкого помола, они очень-очень хорошо наносятся, да, и, ну, просто супер. И само оформление, ну, вообще, rien à dire. Какая красота, посмотрите. Я купила их со скидкой, по-моему, минус 50%, да, вот у нас на распродаже. Вот такой оттенок. И к ним идет вот такая вот кисточка для нанесения. Сейчас постараюсь вытащить. Вот такая малышка, видите? Такая немножко необычная, да? Но она очень приятная. Она такая, знаете, мягенькая. Наносить. Вот. Ну, просто супер оформление. Но я прям такая счастливая, что у нас такой бутик открылся. Ну, просто великолепный. Так, и далее. Девочки меня спрашивали, да, пробовала ли я тональную основу у Кико. Девчонки, не пробовала я еще, кроме компактной тональной основы, да, в виде пудры, которую я вам уже показывала. И я вот, наконец-то, приобрела у них вот на скидках тоже вот такую тональную основу. Она, кстати, из этой же серии, что и вот эти вот контуры для губ, да, можем наблюдать. Очень красивое оформление, смотрите. Вот, значит, это тональная основа Fond d'Etat, здесь 25 миллилитров. У меня, значит, в номере 15 Varmo Beige. Вот, такая вот коробочка, да, внушительная. Открываем. Здесь тоже все, настолько все оформлено, девчонки, ну просто супер. Вот такая баночка идет. Это тональная основа в баночке, видите? Это стеклянная банка. Вот. Очень такое все, знаете, прям вот оформление, ну супер. Девочки, он запечатан. Я не буду пока открывать, потому что у меня есть чем пока пользоваться, да? Но вы можете, в принципе, наблюдать оттенок. Оттеночек очень натуральный. Я его тестила в магазине. Вот, они шли в нескольких оттенках. По-моему, только три оттенка было. Остальные были темные. Вот этот был самый светлый. Вот, открывать пока не буду. И вы знаете, к нему, девочки, идет еще и кисточка. К этому продукту, то есть к этой тональной основе. Посмотрите, как все это мило сделано, да? Настолько все качественно, ну просто приятно брать в руки. С протекцией, да? И кисточка для нанесения вот этой вот тональной основы. Ну, ну разве не супер, а? Сейчас постараюсь ее вытащить, показать. Посмотрите, какая милашка. Такая вот у нее форма. И, в принципе, она такая, знаете, хорошо набитая. Я думаю, что она будет хорошо накладывать тональную основу, да, на кожу. Ну, все это надо тестировать на себе. Вот. Но я очень рада, что приобрела вот эти продукты, еще и со скидками.
Вот, я всегда люблю покупать, знаете, продукты, когда цена и качество доступны, когда действительно не стоит этого, да. Никогда не вижу смысла переплачивать за продукт, да, если можно найти действительно достойные продукты, да, по выгодным ценам. Вот что я хочу сказать. Вот такое вот оформление. Вот, и далее, что еще остается у меня? Остается, девочки, уход. Тоже беру первый раз уход у Кико, никогда у них не покупала уход. Тоже приобрела на скидке, со скидкой минус 30%. Я приобрела вот такой вот набор. Также из серии Arctic Holiday. Вот, это лимитированная коллекция, вот эти рождественские. Очень красивое оформление, да, если вы можете наблюдать. Вот, и, значит, здесь входит два продукта. Первое, это, значит, сыворотка, лифтинг сером. 30 миллилитров, и также идет лифтинг для глаз, то есть крем для глаз 15 миллилитров. Сейчас вам покажу, все это смотрится. И вот такое вот оформление, да, посмотрите. Ну, просто супер, нечего сказать. Вот, ничего, девочки, не пробовала, вот как лежала в пакете пока, да, все новое, так и лежало. Вот такая вот коробочка с сывороткой. Значит, что здесь она дает? Это интенсивная лифтинг сыворотка, которая подтягивает, значит, кожу, да, если это лифтинг, вот, с коллагеном мага, вот, ну, посмотрим, ну, по крайней мере, вы знаете, когда я прочитала комментарии на нашем сайте Кико, да, на французском сайте, были только положительные комментарии, что и качество кожи меняется сразу, да, и так далее. Так что буду пробовать с удовольствием. Посмотрите, какое оформление. Ну, просто супер все. Просто супер. У меня слов нет просто. И здесь такая вот помпочка. Вот, кстати, я даже, знаете, не делала swatch. Я тестировала в магазине. Вот. Дома я еще не тестировала. Ой, ну, у него, конечно, у этого продукта, девочки, текстура просто обалденная. А какой у него нежнейший аромат. Боже. Это что-то прям вот, знаете, такое чудесное, да? Посмотрите, нанесла на руку. Посмотрите, какой эффект сразу, да? Потрясающий. Вот. И второй продукт это лифтинг крем для контура вокруг глаз. Вот такое же оформление. Но прям очень хочу попробовать, да, потому что я крем для глаз наношу всегда. Я всегда покупаю вот такой же вот бутылечек. Вот здесь 15 миллилитров. И сейчас попробую сделать маленький-маленький сводч. Вот сделала маленький такой вот сводч. Вот в этом аромата такого особо я не чувствую, но текстура потрясающая. Потрясающая, просто вот такая, знаете, она увлажняющая. Очень приятно разносится по коже, да, оно просто супер. Ну все, буду пробовать, буду тестировать. Очень рада, что приобрела уход у Кико. В принципе, я давно хотела попробовать, да, это что-то новое для меня. Вот такие были продукты, девочки. Надеюсь, что вам было интересно. Пишите ваше мнение, делитесь. Если вы уже чем-то пользовались, да, от этой марки Кико, мне тоже будет очень-очень интересно почитать ваши комментарии. Я вас очень благодарю за ваше внимание. Очень-очень рада с вами встретиться опять в эфире, да, если честно, чтобы вот действительно делиться такими женскими нашими штучками, да, я просто обожаю. И поэтому всегда приветствую таких же любительниц косметики, ухода, украшений, да, на моем канале. Вот, девочки, следующее видео, наверное, постараюсь снять, показать какие-то новые украшения, аксессуары, которые сейчас очень модны, да. Вот, кое-какие подарки. Обязательно скоро встретимся. Вот, девочки, всех вас целую. Желаю вам всем прекрасных выходных. И, конечно же, до скорых-скорых встреч.